Миллиарды людей посетили эту жизнь и ушли, тихо прикрыв за собой дверь. Жили, чувствовали, любили. Все как мы. Все до единого исчезли. Если бы каждый человек на планете понимал это, осталось бы у нас время на чепуху, нелюбимую работу, чуждых по духу людей, на ненависть, зависть, тоску, неверие, скуку, слабость, цинизм, презрение. Стали бы мы тратить драгоценные месяцы жизни, исполняя чужие мечты, терзались бы страхами. Что подумает о нас толпа?